Психическое здоровье бывшего слуги народа из села Уйское, который, по версии следствия, ударил ножом инспектора ГАИ, проверят врачи. Отдавал ли экс-депутат отчет своим действиям, покажет назначенная медицинская экспертиза. А пока пенсионер будет оставаться под стражей. Напомним, все произошло летом этого года. Полицейский остановил машину, и ему показалось, что шофер пьян. Во время составления протокола водитель достал нож и воткнул его в грудь служителю закона. Полицейский несколько дней находился в тяжелом состоянии и вот теперь пошел на поправку. Тем временем пенсионер взят под стражу. Кстати, задержанным оказался бывший школьный учитель и экс-депутат Уйского сельского поселения.